Друзья, я включил вспышку. Я не знаю, что вы увидите. Ну вот, то, что вы слышите музыку, я не сомневаюсь. Вот такой огромный полутемный амбар, или как его еще назвать, я не знаю. Вот ряд таких панно-экранов стоит, на которых демонстрируются картины Ван Гога, или, я думаю, даже фрагменты картин Ван Гога. Вот люди здесь стоят, сидят, лежат, перед картинами медитируют. Картины как бы оживают. Вот мельница крутится. То есть, друзья, вот надпись на полу. Это не есть выставка в обычном смысле, это не есть картины, оригиналы Ван Гога. Но это вот такая, как это называют еще, акция, инсталляция, может быть. Современный формат. Возможно, ему принадлежит будущее. Как говорят организаторы вот этой выставки, человек погружается внутрь картин, в мир Ван Гога. Меня предательски преследует мысль, стоит ли все это выброшенных денег, потому что билет на такую выставку стоит 100 шекелей, а за двоих с супругой мы заплатили 200. Вот это все, вероятно, вот эти картины, которые представлены в виде таких слайдов. Определенное количество картин, это все двигается по кругу в течение целого дня, когда выставка работает. Вот полностью картина, а вот ее фрагмент. Вот ее фрагмент. Вот ее фрагмент. По-моему, так. Но я не уверен, друзья, что вот именно этот принцип соблюдается. То есть они двигаются, вероятно, по различным законам, вот по этим экранам эти картины.
смотрите, друзья, и такое ощущение, что ты находишься в этом лесу. И своеобразно подобранная музыка. К экрану. Вот вид из окна этого паровозика. Вот на экранах на земле, которые лежат на полу, тоже вот движение рельсов. Закон здесь действительно произвольный, закон демонстрации картин на экранах. А здесь карта какая-то вообще. Thank you.
сложно сейчас сказать что-то по поводу художественного эффекта. Еще не осознал вот такой техники, такого вида. Но то, что я могу сказать со всей определенностью, что вот бабки, они срубили, организаторы этой выставки большие. Вот представляете, сколько здесь народа. Каждый заплатил по 100 шекелей. А здесь в этом зале находится сейчас не менее, в данный момент не менее человек 150-200, если не 300. И вот в течение сколько месяца будет идти эта выставка, или сколько, не знаю точно. Как нечто необычное, люди идут на эту выставку. То есть организаторы неплохо на всем этом заработали. Все-таки красная цена за такой билет максимум шекелей 50, вот за такую выставку. Ну, как все новое, они действительно взвинтили цены, пока это не приелось. Обычная практика мира капитализма. Вот я слышу, проходят мимо меня люди и говорят, что вот за эти деньги, которые они потратили на эту выставку, можно было бы купить очень хороший альбом репродукции того же Ван Гога. Ну, дело вкуса, дело хозяйское. Но цена действительно завышенная. Ну и реклама была большая, конечно. Многие клюнули на рекламу, она была расписана в самых таких радужных тонах, как умеет рекламировать товары. Впечатление о такой выставке. И я с вами на этом прощаюсь. До свидания и до новых встреч.